7 лет надежного и плодотворного сотрудничества с брендом Института натуротерапии, с натуропатией, который помогает восстановить и поднять на ноги миллионы наших телезрителей. Мы знаем, что с возрастом и в результате старения наш организм изнашивается. Врачи разводят руками и говорят, ну что вы хотели, возраст, понятное дело, мы накапливаем болезни. Но сегодня Институт натуротерапии, Натурмед возвращает время вспять, восстанавливает наш организм и дарит нам молодость с уникальным концентратом астрагалы сибирская пихта, который представляет генеральный директор компании натуротерапии Сергей Арсенин, врач-герудотерапевт и главный врач, мне кажется, уже Первого канала. Да, друзья мои, вот этот самый астрагал и сок клеточной сибирской пихты, клеточный сок сибирской пихты. Это великолепная трава, это наша новинка, которую мы здесь вам сегодня представляем. Что такое астрагал? Вообще считается, что астрагал – это трава бессмертия. Вы знаете, что вот у нас до определенного возраста, там, до 50, наверное, лет, у нас болезней-то особо никаких нет, у нас нет никаких заболеваний, у нас, если есть какая-то проблема, она сама собой проходит, надо просто переждать. Ну, а потом, после 50, уже ничего не проходит. И что у нас? Всевозможные новообразования. У нас упадок сил. Как у меня пациентка говорит, у меня такой доктор, старческое бессилие. Если у вас нарушение обмена веществ, белкового, жирового, углеводного, если у вас нарушение гормонального статуса, у вас и щитовидка, и поджелудочная, и надпочечники, если у вас давление скачет, с холестерином никак не можете справиться, если раны, которые раньше у вас заживали, как на собаке, теперь долго, даже любая царапина загноится или еще то еще 50-е. Вот этот астрагал, трава бессмертия, она решает все эти проблемы у пациентов, у которых 50-55, и обязательно тем, кому 60+. Посмотрите, астрагалы еще усилены здесь травами. Это экстракт красного клевера, ромашки, бессмертника, девисилы, противовоспалительное действие. Вы знаете, астрагал принимает по 1/3 чайной ложки под язык, да, 2-3 раза в день. Самое главное, когда вы берете вот это все в рот, да, надо рассосать, не проглатывать это все внутрь, пусть это усваивается именно у нас в слизистой оболочке под языком, потому что подъязычная артерия, моментальное впитывание. Почему некоторые таблетки, многие таблетки, например, нитроглицерин, там, всякие там капотена под язык, чтобы быстро всасывание, вот это мы сделали специально, чтобы под языком. Смотрите, вы получаете целый курс на только сегодня. Причем мы зафиксировали цены, несмотря на то, что сейчас идет скачки невероятные доллара и евро. Мы понимаем, что все закупки и все материалы будут повышаться в 2-3 раза. Это абсолютно точно. У нас цена фиксирована. Я боюсь, что это последний такой день эфирный по такой цене, потому что вы сами знаете, сколько сейчас стоит доллар, сколько евро, что творится вообще в мире. На 4 месяца за 1499 рублей. С картой Prime вы получаете еще дополнительную скидку и бесплатную доставку по карте Prime. Успейте дозвониться прямо сейчас. Новинка, она у нас была всего один раз в прямом эфире 18 января и была продана полностью, вся партия была продана более 1000 таких комплектов. Скидка 5%, напоминаю, по карте Prime. Успевайте дозвониться прямо сейчас. Да, это все происходит у нас на нашем производстве в Московской области, в Московском регионе. И посмотрите, что такое трава астрагал. Если вы возьмете и посмотрите где-нибудь вот там в Википедии, в интернете, астрагал — это такая трава, которую давали всем членам Политбюро Совета Союза. Да вы что, серьезно? Абсолютно. Ого. И вы как вы думаете, вот почему политбюро, да, представьте себе, там все были такие великовозрастные старики, по 70, и по 80, и по 90 лет, все-все-все, вспомните, да? И они были в своем уме, в здравой памяти. Вот впервые вот этот астрагал, знаете, как советская власть применила на Сталине, представляете как? В 1951 году у Сталина был тяжелейший инсульт, он не мог встать вообще с кровати. Лена, вопрос про историю. В каком году Сталин умер? Слушайте, ну давайте сейчас вот мы будем про здоровье. Ну, фильм есть, «Холодное лето» 53-го. Так. То есть 2 года после инсульта он реабилитировался, встал и еще управлял страной, вот понимаете? Это и да. Это все, считай, благодаря астрагалу. Потому что тогда вот этот астрагал, как бы его выявили. Кому рекомендуете, как врач, так астрагал? Так вот, если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, что касается сердечно-сосудистой системы, постоянно скачет давление, вы не можете его никак успокоить, у вас постоянно поднимается холестерин, перебои в сердце. Если у вас есть какая-то ишемическая болезнь сердца, ишемическая болезнь мозга, если у вас сердечно-сосудистая недостаточность, вот этот астрагал, он усиливает действие на энергетический баланс наших клеток, в том числе и клеток сердца, но при этом он еще и восстанавливает, что у нас? Восстанавливает клеточный сок сибирской пихты, восстанавливает микроциркуляцию, то есть насыщение кислородом наших клеток.
Второе, что если у вас постоянно идут какие-то гормональные проблемы, то щитовидная железа, то поджелудочная железа. Поджелудочная, это что такое? Сахарный диабет. Да. Щитовидка, что такое? Щитовидная железа, это у вас проблемы там, с обменом веществ. То есть, понимаете, если у вас там нарушена работа желудочно-кишечного тракта, постоянный запор, либо наоборот жидкий стул, вот это все, как я уже сказал, что повышенный холестерин, вот эти все, или у меня, знаете, пациентка одна говорит, там старческое бессилие, вот это все лишает проблемы с астрагалом. Угу. Это астрагал — секретная трава из Советского Союза. И даже если возьмем Брежнева, да? Вот Брежнев в каком году умер? Как вы? Вы сегодня прям политологию со мной проводите. Совершенно верно. Вот, ну какого числа, хорошо? Числа? 10 ноября, день по милиции. А 7 ноября, 3 дня до этого, он стоял несколько часов, принимал демонстрацию. День 7 ноября, красный день календаря. Вот благодаря чему факты. Он вот это все... астрагалу, то есть он вот это, если вы хотите также, если вам 60 или 70 лет, вы хотите получить энергию, коне, вы да. хотите получить силу, вы хотите избавиться от огромного количества проблем со здоровьем, именно старческими вот этими проблемами, которые на нас, на всех, к сожалению, обрушиваются с возраста после 60 лет. Поэтому астрагал для всех, кому 60+. Совмещайте с любыми лекарствами. Совмещайте, можно применять это натуральный пищевой продукт. Это не лекарство, это не какие-то БАДы-добавки. Его можно абсолютно всем, и вот принимаете по пол чайной ложки 2-3 раза в день, и вы чувствуете вот эту силу, которая у вас была в молодости. Это уникальный продукт, натуральный продукт Пихта Института натуротерапии без сахара, значит, можно тем, кто еще и болеет диабетом. Исключительные природные натуральные компоненты для укрепления здоровья, естественный путь к укреплению иммунной системы, жизненной силы организма. Сразу 4 баночки, это целый курс, срок годности 3 года. По карте Prime вы получаете еще дополнительную скидку и бесплатную доставку. Не забывайте, что совмещать можно с другими курсами от бренда Naturmed. Это пассифора, это натуральное успокоительное, это для нашего иммунитета, для сердца, лопуха, противоопухолевая курс у нас есть. Главное, успевайте дозвониться. Сегодня один день. В честь 7-летнего надежного сотрудничества мы зафиксировали цены, мы их не поднимаем, независимо ни от чего, и желаем вам крепкого здоровья.